28 июня в Хасавюрт с рабочим визитом прибыл прокурор Республики Дагестан Денис Попов, который в сопровождении прокурора города Гасана Юсупкадиева проверил законность и условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе номер 3 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике Дагестан. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического, пожарного и трудового законодательства. Исполнение законодательства в СИЗО номер 3 города Хасавюрта. В ходе проверок деятельности учреждения выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, правил пожарной безопасности, трудового законодательства и иные нарушения. Результатом проверки в адрес руководителя управления республики внесено представление. При обходе камер было установлено, что ряд из них нуждаются в ремонте. В пекарне учреждения отсутствует оборудование для просеивания муки, снабженное магнитами для улавливания металлопримесей. В медицинской части не имеются отдельные кабинеты врачей. Также выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Зарима Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».